уже пить. Сейчас 64. Понимаете? Еще бросить раз, собаке кость. Да, ну, какую кость? Еще функционировать. Просто приезжайте, друзья мои. Приезжайте, очень просто, очень просто все сделать. Приезжайте в те дома, которые только что. Только что переехали, у них спросить куда нет. 20 подряд. Переезжали. Еще раз. Поэтому еще лучше, вам еще показывают куда. Не хотите, вы и не поедете. Вы и не поедете туда. Слушайте, пришел агрессивный гражданин. Пришел своей дорогой, который законы не читал. Но вы не езжайте. Вы законы не читали. Гражданин не читал закона. Гражданин не читал, что в законе написано, что людей можно переселять принудительно. Гражданин переехал по Лужковской программе, которая совершенно другая. В любом случае, вот смотрите. Вы понимаете, что сейчас условия еще неизвестны. Ну как? Она еще закон не приняла. Этот человек переезжал. Нам уже предлагают проголосовать. Переезжал по 5 кнопкам на телевизор. На пульте уже. Сейчас, слава богу, это вам не при Сталине. Рот бы не открыли. А сейчас Навальный и все остальные будут. А так не хотите, не езжайте. С удовольствием. Коррупционисты, сволочи. Молодцы. Всем к ответу. Навальный вор будет. Молодцы. В этом все дело. Просто поезжать, вот те, кто это сам получает. Сейчас просто... Сейчас другие условия. Секунду. Сейчас другой просто... закон. Другой закон сейчас, хотят принять. Сейчас он... просто стали считать. И посчитали, что невыгодно вот это вот делать, ну, ремонт. Капитальный ремонт дороже будет в этом дерьме. Это вранье, они не сначала принять закон, а потом потому спрашивать, что согласны или не согласны. Сначала надо понять, так сказать, кто... Вот такие вот интересы. Хотят так, все понять. Хотят люди в этом участвовать. А потом, всем хорошего здоровья, друзья мои. А, конечно, хотим. Позор, продажный депутат. Нет, 90%. Я очень рад, что у вас столько народу. Браво. Я земля, я своих посылаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Но то, что вы... Не, но то, что будем петь обязательно. Русские люди будут петь. А вот, кстати, очень хорошо, что вы выходите. Это очень хорошо, думаю, надо трястись. Все. Я же ваш провокатор, мне называют. Для нас сделали картинку из неадекватного человека. Молодцы, вот очень хорошо. Все, всем здоровья, друзья мои, всем здоровья. И продолжайте бороться. Живите в этих клоповниках. Да. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Хорошо. Мужчина, представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Представьте. Надо узнать. Вадима зовут? Нет, а что вы делаете? Вадим Николаевич Карасев. Который считает, что он живет в плохих домах. Я считаю, что пятиэтажки плохие. Как вы видите, у нас право решать. Не за вас, я что дальше? Мы только как что... вы за нас решаете? Никто. Кто вам сказал, что пятиэтажки плохие? Да не стоит, он... Кто сказал? Боже, как вы смеете за меня решать в моем случае? Я имею в виду, подожди секундочку. Нет, а вы переехали на здоровье. Вот тут снимать. Прекрасные дома. У нас все, остаемся в пятиэтажках. Всем. Слава Богу. Да. Пятиэтажки, великолепные дома. 60 лет вперед. Всем здоровья, друзья мои.
Хорошей вам погоды! Денег нет, но вы держитесь! Да, денег нет, но вы держитесь! Ура! Ура! Спокойно, спокойно, посмеялись мы, высмеяли. Ну, следующий. Вадим.